Деловые линии вышли на связь с НУР-24. Напомню, накануне мы рассказали вам о том, что новоуренгойцы столкнулись с проблемами с этой транспортной компанией. Она занимается грузоперевозками не только в России, но и за ее пределами. Жители газовой столицы возмутились как недобросовестными сотрудниками компании, так и временем ожидания, а иногда и пропажей всего груза. Подразделение в Новом Уренгое работает уже 4 года и за это время успешно обработало, вдумайтесь, свыше 80 тысяч тонн груза. С каждым годом этот грузопоток растет. И именно поэтому, чтобы улучшить производство, недавно было принято решение о расширении терминала компании в городе в 2 раза. Если сейчас еще случаются отдельные инциденты при доставке, это все-таки скорее исключение и не более чем завершение настройки процессов. Если вдруг по каким-то причинам специалисты на месте не могут ответить на вопросы, то клиенты всегда могут обращаться за помощью к экспертам из контакт-центра деловых линий по номеру 8 800 108 000. Оставить свои претензии можно также в соцсетях, на официальных страничках ВКонтакте и Инстаграм.